Вы чем занимаетесь вообще? Я пенсионерка. Пенсионерка. А сегодня что стало приводом того, что к вам сотрудники полиции пришли? Вчерашнее нехорошее мое поведение. А что за поведение? Что вы сделали? Была в церкви и украла там мощи Александра Чудотворца. А для чего вы украли? Дома молиться. То есть о том, что вы взяли ларец с мощами, вообще никто не знает, кроме вас.